В помощь фермерам сегодня последние достижения агротехнической мысли. В Акмолинской области вывели сорт мягкой пшеницы «Асыл-Сапа». Он уже рекомендован для использования. Мои коллеги о том, как рождаются перспективные сорта пшеницы. В это сложно поверить, но на то, чтобы вывести один сорт, уходит порядка 15 лет от селекции до адаптирования к почве. 30 с лишним лет он в поле, знает характер и поведение растений, испытывает свои авторские сорта. Его гордость – миллионники Астана, Акмола-2, Шортандинская 95, охватившие большую посевную территорию. Ученый говорит, что непредсказуемость погоды в последние 3 года сказывается на качестве урожая. Нужны новые сорта, сильные пшеницы. Так родился Асыл-Сапа. Асыл-Сапа. Само название за себя говорит, что этот сорт отличается хорошими показателями качества зерна. Он относится к сортам-улучшителям, то есть при добавлении к слабым пшеницам он улучшает ее показатели качества зерна. Это такие, как содержание белка, содержание клейковины, качество клейковины, удельная работа деформации теста. Научно-производственный центр известен практически со времен Целины. Именно здесь создают генофонд сельскохозяйственных культур всего Казахстана. Производство оригинальных семян – это полдела, говорят селекционеры. Ведь стоит задача вывести такой сорт, чтобы он отличался и урожайностью, и качеством состава. Сейчас ученые работают над семенами подсолнечника, чтобы созревал в среднем за 100 дней, хорошо вымолачивался и давал урожайность не менее 25 центнеров с гектара. Одним из лучших сортов нашей селекции является сорт «Сочинский». Его биохимические характеристики, содержание масла в пределах 45-50%, высокое содержание белка до 20%. При создании сортов эти характеристики обязательны. Акмолинскими учеными создано более 130 сортов сельскохозяйственных культур. Разработанная коллективом научно-производственного центра зернового хозяйства почвозащитная система земледелия применяется в Сибири, Поволжье, на Урале, юге Украины, Северном Кавказе и в Казахстане на площади 22 миллиона гектаров. Мадина Смагулова, Анатолий Поляны. Итоги дня. Акмолинская область.